«Мы хотим, чтобы у всех детей было детство», говорят представители благотворительного фонда «Детские домики». И от слов переходят к делу. Теперь в уссурийском детском доме есть свои сенсорные комнаты для психологической разгрузки. Вот ту помощь, которую мы оказываем сегодня, она стала возможной благодаря пожертвованию одного замечательного человека, с которым мы лично, к сожалению, не знакомы, но вот он сделал пожертвование в фонд. Это 4 250 тысяч рублей, это огромные деньги. Департаменты образования и социальной защиты труда выбрали детские дома, которые нуждаются в помощи. Провели конкурс. Теперь даже домашние детки могут позавидовать такому бесплатному досугу. Это у нас 19 кабинетов в 19 учреждениях в Приморском крае. То есть это у нас швейные мастерские, логопедический кабинет, потом кабинет социально-бытовой адаптации. Площадки у нас были, интерактивное оборудование для классов, для актовых залов, музыкальные залы. Сенсорные устройства в виде фонтана или черной ткани с фонариками. Казалось бы, какая польза? Однако, такое оборудование развивает тактильное и зрительное восприятие. Тут деткам включают звуки природы и животных. Все под чутким руководством психолога Светланы Лебедевой. У всех будут палочки. Желтая палочка, зеленая палочка. Чудо для 4-летних ребят – находиться в этой комнате по 20 минут 3 раза в неделю. В основном занятия проходят в полной темноте. Сейчас солнечные зайчики у вас на носике сидят. Где у нас носик? Дотронулись до носика. Вот он, усели солнечные зайчики на носик. Ловя солнечных зайчиков, дети не только изучают свое тело, но и расслабляют мышцы. Оказывается, до занятий малыши и минуты не могли сосредоточенно лежать без движения. До свидания, солнечные зайчики. Это не просто декоративная лампа с подсветкой. Детишки учатся наблюдать, как разноцветные шарики убегают и отстают друг от друга, вслушиваются в их шуршание. Деревянный поднос с подсветкой и песком окунает в сказку. Ребята жалеют рассыпанный песочек, проигрывают детские переживания. О, как ты светишься! После этих занятий как бы даже сразу заметно, что ребенок приходит более спокойный, умиротворенный. Со временем ясно, ну заметно, что исчезают проблемы. У многих детей боязнь темноты была. Уже меньше боятся темноты. Спокойнее. Дружелюбнее с ребятами в группе. Они все время находятся в группе, в большом количестве детей. Постоянно друг с другом общаются. Особо никуда больше не выходят. Все время, ну, здесь. То есть группа, участок, далеко мы не ходим. Ну, часто не ходим. Выходим, конечно, но редко. Здесь у них такой оазис, скажем. Такой островок, на котором они могут побыть одни. Правда, в такой атмосфере ребятишки могут расслабиться лишь минут 5. Дольше нельзя, иначе наступает перевозбуждение.